остаюсь сторонником той мысли, что нам стоит серьезно и активно продвигаться к идее присоединения к союзному государству Беларуси и России. Это как раз тот пример, тот такой позитивный, положительный пример, который подчеркивает, что это самый лучший формат для небольшой Абхазии. Союз Беларуси и России, который существует уже длительное время, так сказать, существует вполне себе эффективно, он показывает, что государство, не поступившись своим государственным суверенитетом, при этом от участия в этом союзе приобретают колоссальное окно возможностей, колоссальные преимущества, когда объединяют свои потенциалы, свои усилия, когда начинают взаимопроникновение на рынки друг друга, это приносит только позитивный эффект.